язык компании «Великан Ярослав». Участники турнира доказали, что они успешны не только в бизнесе, но и в спорте. Уверена, турнир станет доброй традицией. До новых встреч, друзья! Сегодняшний турнир был первой ласточкой. Я надеюсь, что этот турнир удался. Мы с удовольствием будем проводить подобные турниры. И надеюсь, что они станут традиционными. Хочу поблагодарить организаторов этого турнира, потому что праздник состоялся, он получился настоящим. У нас есть огромный опыт участия в подобных турнирах, но для Ярославля это, хочу сказать, высочайший уровень. Большое удовольствие получили как спортсмены, так и болельщики. И этот двухдневный праздник, я думаю, что он должен продолжаться, стать традиционным. Успехов и удачи организаторам и новых побед всем нашим участникам. Турнир оправдал ожидания. Собралась отличная публика, которая показала очень красивый теннис. Все прошло в дружелюбной атмосфере, и мы надеемся, что в дальнейшем это будет доброй традицией.